Знаешь, довольно-таки прикольный фильм. Да. А, что это было? Не знаю. Так давай посмотрим. Ну тут и шторм. Реально сильный. Интересно, паруса не сорвет? Где я? Что это за остров? Чего? Где мы? Что это за речка такая интересная? О, корабль. Мы как бы не собирались сюда плыть. Эмиральд, какого черта? О, крабики. Меня это одно интересует. Где наша яхта? Яхта? А правда, где наша яхта? Мы что, разбились? Ну, ладно, хрен с ним. Ладно, пожалуй, начнем. Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Эмиральд и Нейзи, и мы начинаем... Ну как начинаем? Мы просто будем выживать на этом вот острове. Да, да. И смотрите, там крабики. Это вон. Даже не цикл, это просто развлечение, так сказать. Не, если вам понравится... Нет, можете... но если вам понравится, то мы можем, в принципе, продолжить, помимо опасных приключений. Нам, в принципе, это не лень, нам даже очень даже в радость, тут очень прикольно, смотри, красиво. Энергии под воду, офигеть, как все красиво стало. Да, и тут такой крабик... миленький. О, я забыл, я-то не краб, я не могу под водой дышать. Краб, он не кусается, он милый, поэтому можно с ними дружить. Мы с ними будем дружить, он будет делиться с нами Красти Крабсами. Ну, да, иди за мной, краб с бургерами. Это же, наверное, Красти Крабс. А, да. не, стоп, да, иди за мной. Собственно, да. Вот. Нам нужно сейчас искать деревья, чтобы построить наше первое жилище и построить ночлег. Да, ну да. Как ночлег, дом для ночлега, как дом обычно логично. Да. Для жилья. Так что ползи сюда. Да, я, кстати, решил сделать в честь такого вот небольшого обновления, решил сделать небольшие косметические изменения, а именно поставить шейдеры. Да, мы поставили шейдеры. Для красоты, чтобы вам еще более красивее казалось графика. Было интереснее, да? Чтобы графика вообще как в Крайзисе была. Ну, не в Крайзисе. Ну, не в Крайзисе, но она все равно квадратная остается, но как-никак покрасивее, правда? Пофиг мне. О, смотри, овечка. Да, пойдемте посмотрим. Да, значит, у нас есть пистоль. У нас есть, у меня есть мой верный друг Вебли. А, и погодь, ножик. Погодь. Положу. Да, можно питаться. Да. Погодь, у меня на... Ой-ой-ой, чё это было? Так. У меня на F9 просто там. Погоди, я где-то тут, кажется, уже мог заметить. Нет, не мог заметить, потому что я тут только что буквально заспаунился. Так, подожди. О, смотри, смотри, муха. Где муха? Муха. Погоди, офигеть, я сейчас муха. Приду. Это реально муха. Сейчас я к тебе прибегу и посмотрю, она что ползает. За муха. Офигеть. Муха ползает? Да, она летает и ползает. Дай посмотрю. Еще когда она упала, из нее земля посыпалась. Реально вот, муха. Она жужжит еще так. Прикольно. Смотри, она когда летает, у нее анимация крыльев есть, а когда садится, она просто, видишь? Ща, она сядет, погоди. Где она? Завораживает. Господи, мы смотрим на какую-то несчастную муху. Ну а, еще о, бы. Смотри, это такой ламы, красивый Майнкрафт. Это ламы? Это олени, может быть? Может, олени. Или это все-таки ламы? Какие-то гибриды. Я не... Нет, это все-таки олени. Какие-то неприличные звуки издают. Да. Не будем с ними общаться, пожалуй. О, смотри, тут жуки еще. Это же майский жук, смотри. Тут такая, в общем, флора, смотри, тут очень жук, много. Офигеть, где он? Да. Очень много новых мобов. Это все мод MoCreatures. Вообще классный мод. Вот да, я из-за этих жучков только и установил, потому что они милашки. Да. Блин. Лайк за жучка. Да, давайте. Да, я тут подожду. Вот, давай полезли, значит, наверное. Так, я вижу, ты молодец, уже поставил лайк, так что мы продолжаем. Да. Окей. А, что ж, дорогие друзья, мы сейчас полезем на гору. Поищем деревья, потому что нам нужны деревья, чтобы построить убежище. Как а я повторяю. Без убежища мы и никто. Да, без убежища мы никто. Потому что монстры могут нас в любой момент атаковать. Угу, да. И, блин, на самом деле, прикольная карта такая. Да, очень такие красивенькие острова. Обожаю вот такие карты. Сколько вот эту листву делали, а? О, мы слон! Где? О, и медведь там, блин. Нифига вот. Себе, прям Far Cry Primum какой-то. В натуре.
Только Far Cry Primal там мамы. Только Far Cry Primal до сих пор не взломали, а Майнкрафт и не нужно взломывать. Взломали. Офигеть, слоник, смотри. Неважно. Окей. Слоник. А где Мишка был? Зеленый слоник. Не, он какой-то. У меня он зеленый на самом деле. В смысле? Зачем ты его ударил? Я его не ударил. А что, сам ударился? Вот сейчас я. Ай! Он враждебный! Или нет? Ай, да! Уходим от него. Натуре надо. Слушай, он дерзкий! А! Ничего себе! Я вижу, как тень за мной бежит. Офигеть, он дерзкий. Отстань от меня, чертов слон. Я тебя случайно ударил. Слоненок. О, там Мишка. Там два Мишки гризли. Давай, прыгай ко мне сюда. Погоди. Смотри, о, там деревья, давай. Слушай, давай их добывать. Смотри, назад посмотри. Где? Вон, Мишки гризли. Мишки гризли. Нет, мы пока трогать не будем, а то они нас загрызут еще. Да. Так, давай добывать дерево, пожалуйста. Как-то не хочется. Да, действительно, вот правда. Так, отлично. Фу. О, чё, краб на дереве забыл? Кто? Краб, смотри. Краб на дереве? Краб, ты чё, лесной краб, что ли? Лесной, это новый вид крабов. В мире животных, трын-трын. А, это новый вид крабов. Он любит обитать на деревьях и любит обитать на деревьях. Он синего цвета, и он это чё, показывает. Паук? И он, это и чё он, там? И он это показывает мне знак, чтобы я уходил. Чего? Свинья-паук. Нифига себе! А, я упал! Ой, еще один лесной краб. Он не враждебный? Нет. Тут зомби. Его надо убить. Так. Офигеть, это реально? А ну давай попробуем убить эту это штуку. Это свин-паук. Убить? Это уже из мода Mutant Creatures. Да. Ой, у меня 3 хп-то. Офигеть, так... куда ты полез, дебил? Действительно. Чё он не дамажится? Все. И чё из него выпало? Ничего. Бесполезное создание. Ладно, давай копать деревья. Давай. Как раз уже вроде как уже начинается, ну как так сказать, ночь начинается. Ночь, да. Чё это за деревья? Там у нас фонтанчик. Нарубить дров? Точнее, не фонтанчик, а водопад. Может, у водопада построимся, там да, красивее. Да, у водопада, знаешь. Стой. Давай, руби деревья пока. Да, я понарублю деревьев пока здесь. Да, пшеница мешает мне рубить. И мне надо как-то похилиться. Похилиться как-нибудь. Так, верстачок у нас уже есть. Палки у нас тоже есть. Да, у нас все есть. Да, осталось только кирку сделать, добыть камень и все. И все в шоколаде. Да. Все абсолютно правильно. Значит, сейчас мы, не знаю, нам надо сделать ночлег и... Да. И пойти смотреть за флорой, фауной. Да, наблюдать, как тут красиво, забираться на горы, потом там построим вышку огромную. Слушай, может, топорик ты сделаешь, нарубишь побыстрее? Топорик? У меня есть только кирка пока давай что. Давай каменный топорик сделаем лучше. Да. Чё, тут спруты? Серьезно? Я вообще-то их давно увидел. Ты что, их не видел еще? Не-а. И они что-то подохли. Так, ну, я нашел уже камень. Давай я их спасу. Я нашел уголь, кстати. Тут. Ой, спрут, извини. Теперь у нас есть уголь. И это очень радует. Господи, спруты в водопаде. Спруды. Так. Блин, он сдох. Ну ладно. Так, теперь я надо сделаю... Надо вот эту гору залезть и там построиться. Вылетел Майнкрафт. Серьезно? Да. Ладно. Итак, короче, у Эмиральда вылетел Майнкрафт, и вот мы продолжаем, да? Собственно. Да. Мы продолжаем. Вот, и, собственно, не, мы, короче, хотим построить дом, да, где-нибудь. Да, вот на этой местности. Ой, они все на меня сагрились, твою мать, отстаньте! Отстань! Чувак, спаси меня! Сейчас я их спасу. Ай! Так, этот умер? Нет! Какого? Черт, я у того слоника злого. Вот, я добрался. Угу. Приветствую снова. Так, вот тебе все твои дела. Так, вот вроде твое. Что у тебя там еще было? Ножик? И ножик, да. Все. Чернильный мешок у тебя еще был. Фиг мне твои мешки. Короче, пошли за мной. Куда за тобой? Тут будем дом строить. Нет, не тут. Почему тут? Потому что... Нет, за мной иди.
Ну ладно. Смотри, потому что тут всякие там... оборотни по ночам, прочий хренотень, ну вот. И тут стрёмно становится. Ну невозможно, человек, сколько раз просил, нас дети смотрят, не нужно ругаться, ну что же... Ну помню? Хрень это не матное слово, понимаешь? Это вообще, ну, никакое слово, понимаешь? Это, так сказать, русский... Я знаю, что это овощ, но ты его просто сказал с подтекстом, хотя, в принципе, кого это интересует. Вот-вот. Ладно, так. Продолжим. Так, ты... уже темнеет, поэтому... Так. О, ползи, ползи сюда. Ползи, ползю, ползю, ползю. Ползи. Ползю. И построимся прямо вот на... На высоке... водопаде? Не, не на... Не, ну да, на высоте горы этой. На высоте, на высоте, на высоте. На высоте. Давай, ползи сюда. И тут вот... Ползешь? Так, ползу. Раз. Прыгаем. Да что ж такое? А, и причем тут призраки всякое такое, так что это отчасти стрёмные приключения. Ага, отчасти. Вот именно что отчасти. А, у тебя дерево есть все такое? Дерево есть. Угу, давай сюда. Только нет его саженцев, к сожалению. Ой, господи, чё, кого там паук слушай, бьёт? Так красиво. А, паук бьет просто паука, и тот паук превратился в свинью. Прям красиво, как в антиудауне прям. С этими шейдерами. Да. Ой, помоги. Так. Значит, давай строить дом, значит, да? Давай, мы будем прямо здесь его строить, на листве? Да, на листве. На ну, не, листу-то расчистим, давай иди сюда. Окей, погоди тогда. Что нам нет, тогда? Нет, надо выбрать хороший пейзаж, куда будет смотреть дом. А дом, я думаю, будет... Ну как думаешь, на ущелье будет красиво смотреться? Ну, да. Мы же по-моему... под водопадом хотели, так что давай под водопадом. Давай, почему бы нет? А вот водопад-то вроде, да? Да, вот. Погоди, там какие-то да, монстры. Во, смотри, давай здесь. Где? Во, вот здесь. О, слушай, классное место. Да, как в это, как в стрёмных приключениях. Ну да. Так, тоже погоди. В горе сделаем все. Точно, базу в горе, давай. У тебя горе, кирка. Точняк. Кирку. Кирка, вот и кирка. Тащи кирку. Копай. Вот, копай, ты копай, а я пойду подобывать деревья. Чего? Я копать? Да, дерево добывать буду я. Окей. Так. А где твое дерево все? Хотя что это? Там какие-то спруты по воздуху летают. Да-да-да. Там это паранормальное явление. Паранормальное явление, второй сезон. Второй сезон, да. Это если что, сериал Геральда. А тут какая-то змейка. И вообще тут... Темно, так, знаете. Так, стойте. Боюсь, YouTube все затемнит. Там странные волки, я туда это боюсь. Это не волки, это оборотни. Это оборотни? Да, убегай. Черт возьми. Они, короче, утром... Это оборотень белый, это самый опасный. Черт возьми. Чувак, ползи обратно, не надо. Я уже... Я его ни разу не видел. Он самый опасный, говоришь? Это самый опасный, да, он просто... Он потому что утром станет человеком, да. И что с ним будет? Жителем станет? Не, обычным, именно человеком. Не что жителям. Он будет делать? Ничего, просто будет дружелюбно относиться утром, а ночью он, короче, он... А если мы его убьем ночью? Ночью? Ну, да. Он умрет. Из него ничего не выпадет? Да, слушай, нужен факел. Факел? Так у нас... Стоп. Я тебе давал уголь. Уголь? Нет. Ты мне давал только эти мешки. А где мой уголь? А, вот он, при мне. Сюда иди, назад, 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 назад. Так, погодь, 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 погодь. Назад. Во! Освещение. Сюда ползи, потому что YouTube все затемнить может. Назад, назад, назад. Уже не затемнит. Все, отлично. Все, сюда ползи. Вот тебе один факел. Ты где? Оп. Лови. Угу. Так, вот. Оп, взял. Все. Поставил тут один факелок. Да, один факелок тут. И да. Сейчас, собственно, нам... И гнилую плоть покушаем. Вкусно, наверное, да? Наверное. Вот именно, и, что, наверное. Я не знаю, насколько интересно смотреть на то, как я копаю землю. Да. А я крафчу второй верстак. Хотя нет, не второй. У меня есть... А первый вроде у Нейзи. У меня нет вообще ничего, кроме пистолета, ножа и кирки. Так, собственно, вот такое вот убежище себе сделаем. Тут так, дай мне два камня. На. Спасибо. А, собственно, уже светает. И сейчас, смотри, сейчас этот оборотень превратится в человека. Отлично. А я попаду, интересно, отсюда? Не-а.
Сейчас мы посмотрим, как оборотень превращается в человека. Да, вот сейчас вот солнце заходит, да, и смотрим. Вот. Да, можно... я даже F1 нажму. Ну, да, давай. И, а собственно, в мире животных. Да. Как оборотень превращается в человека? Так, первый этап. У оборотня начинается батхёрт, и он трясет головой. Второй этап. Солнце взаходит. Третий этап. Оборотень снова трясет башкой, так как у него батхёрт. Четвертый этап. Солнце снова взаходит. Пятый этап. Оборотень ждет, когда он превратится в человека. И, господи, там спрут в конвульсиях бьется, господи! Куда он пропал? Куда он исчез? Про нормальное явление. Взял и исчез. Еще музыку из Иллюминати вставлю. ППЦ. Потому что тут она будет в тему. Да, блин. Куда он пропал? Ой, что это было? Я себя только что видел. Так. А это кто? Ух, какой красивый рассвет. Так, да. Окей. Так, давай начнем, пожалуй, строить. А где... Я забыл, где мы строим. Вот тут. Где? Нам нужен какой-то опознавательный знак, потому что я не могу никак запомнить, где это. Сейчас поставлю опознавательный знак. Балкончик. Надо построить балкончик. Куда, куда? Вот, опознавательный знак. Чем не знак? Ну, это нубский опознавательный знак. Нам нужен более красивый. А, из алмазов, да? Да. Уэй! Ты чё, я сдох, реально? Да. Я сдох. Не долетел? Ты абсолютно прав. Да ладно, вы гоните. О, я тебя вижу, я недалеко. О, офигеть, респаун недалеко находится. Так, я ушел. И, кстати, те, кто просит зомби-апокалипсис, смотрите. Та-дан! Такие вот дела. Окей, Нейзи вернулся, он куда-то уходил. Я уходил. Да? В далекие страны. Слушай, сидеть на одном месте и строить дом, это, ну, не камильфо, знаешь, так. Ну, да. Ну, неинтересно просто. Это обычный летсклей получается. Лучше пошли посмотрим на флору, фауну там. Ну, для начала я поставлю этот каменный блок, а теперь можно. Все, давай, побежали за мной. Погоди, надо покушать перед таким странствием. Покушать-то. В принципе, наша цель и не является построить дом, да, а построить дом. Изучать... Какой построить дом? Наша цель является изучить местность и посмотреть на местные красоты. И главное, не повторяй моих ошибок, не прыгай с такой высоты. Даже если там хотя бы водопад большой, а то не долетишь. Да. То не долетишь и сделаешь, собственно говоря, то, что сделал я только что. Что? Получишь 2 хп. А, у меня 2 хп с половинкой. Так. Окей. А, давай выйдем к этой... к берегу и посмотрим на крабиков. Я справа. Давай. Ты где справа? Справа. Я тебя что-то не вижу. Ты где? Вот я... О, приветствую. Геральт, он тупой. Он не может найти просто меня никогда, нигде. Я не тупой, я невнимательный. Невнимательный. Да. Тут такие вот равнины. Точнее, не равнины, а горы из этих... Из листьев. Из листьев. Лошадка. Хорошие все. Где ты лошадочку видишь? А, вот. Вот она, лошадочка. Так, давай посмотрим на лошадку. Господи, что у него за глаза? О, кролик! Где кролик? Во. О, кролик! Офигеть, он милый, прыгает. Няшный, мимишный кролик. Он прыгает так еще смешно. Да? Господи, я не понимаю. Кролик. Все, что я знаю? Конь недоволен, уходим от него. И он левитирует вообще в воздухе. Да. А тут есть корова, и давай ее зарежем, потому что нам ее есть. Зарежу. Есть еще нужно. Ты дагестанец? Нет. А ты? Да. Я ухожу! Я пошутил. Окей. Так, давай, иди сюда. Ой, погоди, у меня одно хп с половинкой. Ты че? Я тоже. Это нифига не круто, на самом деле. Еще бы. Кто будет этому радоваться? Только я. Опа, птичка, смотри. Смотри, какой милый пляжик. Смотри, птичка. Какая птичка? Это что такое?
О, привет, птичка. Она решила поплавать, искупаться. Да. И она поет песенки. Ты что, филин, что ли? Он действительно филинг. Да. Не, ну ты прислушайся. Я-то слышал все. Ладно, пойдем отсюда. А если там, о, там еще раз... корова, надо ее тоже зарезать. Что коровы делают на острове-то, я не понимаю. Угадай, они тут живут. Это же Майнкрафт, тут все возможно. А, ну да. Слушай, мне надо покушать, дай-ка мне одну говядину. Пожалуйста. Че ты меня закидал говядину? Я сказал одну говядину, дал мне магнат. Чтоб не думал, что я жадный. Магазин целый. А, то, блин, точно. Магазин, о, точно, магазин, слушай, с вас $20. Иди нафиг. Стоять. Это что там? А, это лошадь. Headshot, bitch. Но я не буду. Потому что ты еще откинешься. Да, это что такое? А, лошадь в... Она меня на себя пустила. Ты что, ее оседлал? Да! Пошла нафиг. Цыганин увез лошадь. Ай, диги-дай. Диги-дай. Ты где? Здесь. Пойдем отсюда, пожалуй. А куда? Вот на горы. О, смотри, что за круг. Какой круг? Там какой-то круг из глины и земли. А, как Firewatch? Да. Ну-ка, погоди, ты где? Я здесь, вот. Здесь, на верхушечке. А, наверху? Да. И где ты видишь круг? А, ой, это чё? Это как будто, знаешь, из самолета выкинули глину. Это на кита какого-то похоже, ей-богу. В самом деле. Ну реально, кит какой-то. Да. Так, значит, пошли дальше. Да. О, это кто там на дереве? Где? На каком это, дереве? Это береза. Так, ладно. Ой, лисичка. Где лисичка? Покажи мне ее. О, лисичка. Действительно лисичка. Лисичка-сестричка. Она что-то говорит? Или что она делает? Шуршит как-то, не знаю. Ми-ми-ми. Лисичечка. Господи, я не знаю. Я умиляюсь с этого мода. А это кто? О, индюк! Где? Индюк! О, индюк! Где? Я вижу только... О, и там какой-то подобие оцелота. Скунс, что ли? А нет, это панда! Где? Там панда, смотри, пойдем к панде. Где панда? Пойдем. Где панда? Вон, где пандочка, панда? Вон. Наверху. Опа, панда. Смотри, мне кажется, или она на задницу прыгает? Ну реально. По-моему, только что. Во-во-во, смотри, сел. Чё? А агрессивный вообще? Нет? Да вроде нет. Панда же не добрая. Только орёт как-то, знаешь, агрессивно. Может, он не в настроении просто. Вот и сел так. Привет, вот. Панда. Чё, как у тебя? Вот, пандочка. Пошли индюка покажу. Пойдем, показывай. Индюк. О, это барашек. This is барашек. Я чё, его с одного удара убил? А, это ты помог. Да, это я. Ладно. Смотри. А как ты хотел? Вот индюк, смотри. Давай. Вот индюк, смотри. Он, по идее, должен так... Это леопард, а не индюк. Вот индюк сзади. Где? Вот. А, вот он. Он, по идее, должен так... Должен круйкать. Или... Вот, я же говорю, он меня понимает. И он уткнулся почему-то от безысходности в листву. Эй. Он повернулся ко мне задом. Уходим отсюда. А то он вызовет братьев сейчас, и они нас заклюют. Да, они приедут такие, нас загребут куда-нибудь. Отвезут в лес, хотя как они отвезут в лес, если тут дорог нет? На хотя они индюки, это Майнкрафт, тут все возможно. Да. Ой, и уже темнеет. Солнце заходит за горизонт, и да, нам видите, пора искать снова хранилище. Какое хранилище? Фиг тебя знает. Шейдер-пак такой плохой, смотрите, видите, тут просачивается листва так, но думаю, это ничего. Естественно, ничего. Так. И мне нужен факел, дай мне факел. Пожалуйста.
Только это последний. Ну ладно, все, пошли. Сейчас мы будем теперь с факелами так ходить, да, посмотреть, что тут у нас. На флору, фауну. А! Я, блин, я как вспомнил про призраков, про... про этих, как их зовут? Что это такое? Хамелеон? Нет, не хамелеон. Ты где? Вампир! Ой, какой вампир? Этот, ты понял, в общем, оборотень. Оборотень? Где? Черный. Ой, а я кроликов нашел. А, вон, я тебя вижу, где он? Вон, где? Вон, я смотрю. Ой, в натуре оборотень. Так, уходим от него. Может, выстрелим в него? Давай один раз. Для прикола. Ну-ка, давай. Стой, я хочу это запечатлеть. Ну, давай. Не так близко. Ой, он загрелся. Ой, давай его тогда убьем, раз он загрелся. Давай. Так. А он все равно меня не достанет. А, он тупой. И... Ой. Ой! Ай, псина. Ой. Давай. Это какие-то стрёмные приключения уже. Во второй сезон стрёмных приключений обязательно добавим этот мод. Убегаем. Ой, у меня патроны закончились. Давай, убивай его. Давай. Сколько у него хп-то вообще, а? Он что, бессмертный? Эй, пёс. Давай, бей эту псину лохматую. Ой. Ай. Ой. Чё ты крип... О, чё с ним выпало? Умер. Золотое яблоко. Чего? И железная мотыга. Да. О, давай золотое яблоко мне. У тебя мало хп. Да, очень мало. Ладно, пошли дальше. Собственно, псину эту завалили. Да, можно сказать, уже это интересно. Надеюсь, когда я буду спать, на мне не будут блох и прочего. А мы вообще будем спать? Не знаю. Вот именно. Поэтому пошли. Возможно, мы умрем прям. Нам светит квадратная луна и говорит, что идите дальше. Блин, кстати, луна вот в этом шейдер-паке классная. Очень, мне очень, очень красивая. Мне очень нравится. Как в антиудауне прям, да? Да. Так, знаешь? Там у нас скелетончик. Где скелетончик? Нет, это не скелетон. Что это? Это сталкер! Какой сталкер? Это черный сталкер! Какой-то в броне. Сталкер-вонялкер. Что это такое? Что это вообще такое? Это а что это, если не сталкер-вонялкер? Это скелетон был. Это не скелетон был. Это скелетон из мода Mo Creatures. Странный какой-то. Ой, смотри, сталкер. Там еще одна псина. Где? Вон, Джон Сина еще один, видишь? Не вижу. Вон, вдали, иди. Вот смотри. Он черный. Не, я не расист. Это понятно. Ой. Че такое? Где факель? Так вот я. И где же псина? Вон справа. Направо повернись. Не вижу псину. Я вижу только крипера и скелета. И куда он делся? Убежал? Ладно, криперу в гости. Свидание с крипером. Да. Так, значит, вон крипер. Ой. Бум. Мне даже урон не дали. Я стою, знаешь, читаю бумажку. А ты такой взрываешься. Давай, убей их. Пум-пум-пум-пум. Смотри, там голем маленький. Где? Он кидается этими блоками. Чё за... Он блоками кидается. А, голем! Он кидается блоками. Твою мать, справа крипер! Ай, я его убил, походу. Ты убил голема? Не убил его. А, крипер! Нет! Ну что, дорогие друзья, с вами были Эмеральд и Нейзи. Сегодня мы играли вот на такой вот красивейшей карте острова. И выживали, нам было очень интересно смотреть, шутить. Ну как шутить, мы не шутили. Но, в принципе, было весело же, да? Да, было весело. Да, если, кстати, хотите, мы это продолжим. Это все зависит от вас, повторяюсь таки. Что ж, дорогие друзья, мы тут пока посидим, а вам говорим до свидания. Всем пока. С вами были Эмеральд и Нейзи. Пока-пока.